Вышла стабильная версия Android Pie с оболочкой OneOut для смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Компания Samsung сделала хороший рождественский подарок пользователям смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Она начала распространять стабильную версию обновления прошивки со свежей операционной системой Android Pie. На данный момент о получении апдейта сообщают пользователи Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus в Германии. Ранее Samsung сообщала, что обновление Android Pie для Galaxy S9 и Galaxy Note 9 должно выйти в январе. Таким образом, Galaxy S9 корейский производитель смог несколько опередить собственный график. Номера прошивки G960XXA2 Крыли и G965XXA2 Крыли для Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus соответственно. Она приносит не только Android Pie, но и новый пользовательский интерфейс OneOut. Также прошивка включает декабрьское обновление безопасности Google.